На бульваре Нагина в Твери в ближайшее время достроят фонтан. Сейчас там продолжаются работы по благоустройству. На месте бывшего уличного рынка появилась пешеходно-прогулочная зона, где размещены современные торговые павильоны. О том, что еще поменяется, рассказываем в следующем репортаже. Вот это у нас люминесцентное освещение. Здесь у нас фонари, которые будут подключены. И сейчас мы подходим к фонтану, которые работы ведутся. Который там будет, да. В то, что вместо уличного рынка здесь когда-нибудь будет зона отдыха с фонтаном, местные жители верили с трудом. Но вот уже почти все готово. Рабочие армируют опалубку чаши, после чего зальют ее бетоном. Затем некоторое время потребуется для того, чтобы он набрал крепость. Далее специалисты приступят к монтажу насосного оборудования. В целом, основная часть работ по благоустройству на бульваре завершена. Работа здесь произошла колоссальная. Мы помним, какие здесь были сооружения, ржавые, разноперстные, порой не отвечающиеся требованиям современного города. А сейчас это, конечно же, комфортная среда, где жители могут наслаждаться, проводить время и делая покупки. Молоденькие клены вместо старых аварийных деревьев, лавочки, современные фонари и световой полог. Вот эти лампочки в вечернее время создают на территории ярмарки уютную атмосферу. Возле фонтана скоро установят перголу. Она станет еще одним местом для комфортного отдыха местных жителей. Что касается организации торговли, то все павильоны уже работают. В ближайших планах размещение социальных рядов на специально отведенной площадке.